Это еще один сорт среднеострого перца. Куст высотой около 70 сантиметров, густо облиственный. Очень много плодов дает этот сорт за сезон. Созревают перцы от зеленого до ярко-красного. Плоды растут вверх. В длину плоды достигают около 6 сантиметров, в диаметре около 2. Очень приятный на вкус, сладкая мякоть, очень сладкая с фруктовым оттенком мякоть у этого перца. Вот так выглядит зрелый плод этого перца. Толщина его стенок около миллиметра. Очень сочный, очень сладкий перец. На этом обзор этого перца я заканчиваю. Заходите на мой канал, смотрите другие сорта перца.